Приемную мать будут судить. Напомню о скандале, который произошел в Ершовском районе. Там пятилетнюю девочку и 11-летнего мальчика неоднократно избивали сводные братья и сестры. Дети воспитывались в приемной семье. После того, как пострадавшая девочка оказалась в больнице, дело получило огласку и всех детей забрали. В отношении приемной матери возбудили уголовное дело по статье 125 «Оставление в опасности». Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту избиения мальчика еще будет решаться.